Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуко Фэмили, и мы уже близки к концу Хитмана 2, так что приятного просмотра, а мы продолжаем проходить Хитмана. Так. Я очень надеюсь, что нас не запалят. Мне бы этого не... Чё ты орёшь, сучка? Уже тупая, сука. Мразь тупая. Капец. Эта тупая пизда меня это заметила, мразь тупая. Так, ладно, я сейчас кое-что на всякий случай сделаю. Так, и, наверное, пожалуй... Чё ты так долго скрываешь? Так. Тупая пизда! В смысле охрана тревогу подняла? Чё, не с той стороны, что ли, пришел? Или с какой? Подожди. А почему? Почему мне вторую карту не показывают, куда идти? Все нормально. Это подвал или что это?
Так, подожди, а где нам брать тогда эти? Это лифт. Серьезно, охрана уже мертвого телохранителя обнаружила. Так, подожди, на ту сторону это сюда, что ли? Ага. Это как раз тот хрен, который нас подозревал, да? Подожди, а? Это лифт. А, вот. Подожди, а как нам на ту сторону перейти направо? Ого. Так, стоп, а как тогда? Ты гонишь, что ли, а? Блин, это с той стороны. Блин, ну можно прошмыгнуть через охранника, но это тоже опасно. Твою мать. Да ну, открой же ты эту дверь. Так, это, наверное, скорее всего, не хотел бы мучиться. Скорее всего, вот эта дверь следующая. Стоп, а там хоть с глушителем, нет? Ну-ка. А ну-ка. Так, это получается, нам через одного надо пройти, да? Блин, хоть бы повезло через этого пройти. Ты чё нахуй? Охуел совсем? Пёс ебаный. Пошла нахрен, сука тупая. Да вы чё, охренели совсем? Тюфяки, ебаный. Перезаряжай ты! Что ты творишь, тупая дура? Один хрен заметил. Да твою мать! Сдохни, тварь!
твою мать, как вы меня затрахали уже все! Кто куда убегает? Сейчас всем пизда будет! Твою мать, хуесос ебаный! Кого ты там ищешь? Меня? Урод, блядь! Пошел в баню! Иди попарься, сволочь! Уроды, блядь, конченые нахер! Твари! Как же они меня взбесили, а? Серьезно, сирена включилась. Там... Ты чё орёшь, тупая дура? Но это не он, да? Ляха-муха. Чего? Это не он? Не он? Твою мать. Вот он. В смысле первого зада... Ты сдохнешь, тварь. О. Валим. Неважно как, просто валим. Так, подожди, а... 47-й, это Диана. Ваша цель... Где выход-то? Тарите сколько хотите. Ага, конечно, орите, орите, твари тупые. Причем тут ночное видение? Оу! Так куда ты пошел, мразь? Ты посмотри, что творит. Убежал, урод, который на нас охотился. И... Да, не совсем получилось, но да ладно. Это новости ВВК. В прямом эфире репортаж из больницы на острове провинции Пенджаб в Индии. В течение нескольких столетий население этого региона вело мирную жизнь. Но в результате расследования убийств членов местной секты были обнаружены ядерные боеголовки. Вертолет, в котором были найдены боеголовки, напрямую связан с русским криминальным авторитетом Сергеем Заворотько. Проклятие! Он еще находится на свободе. Как они узнали, что я выкрал их боеголовки? Уверяют, трое парней из Петербурга мертвы. Все, кто хоть что-то знал, его. Давно мертвы. Мастер тоже покойник. ВВК, никто не знает. Я же сам в этом убедился. Ты прав. Но что если парень, которого ты использовал, знает? А черт! Правильно. Он опасен, и его нужно убрать. Я отомщу этому лысому придурку. Как же его убрать? Он ведь как призрак.
Не волнуйся, я точно знаю, кто мне нужен и как с этим справиться. Отлично, мой друг. Если мы с вами думаем об одном и том же человеке, тогда я всецело доверяю это вам. Действуйте. Действуйте, взаимодействуйте, да? Так. 47-й, это Диана. Недавно в агентство поступила новая информация, связанная с нашим постоянным клиентом Сергеем Заворотько. Оказалось, что он террорист. Это его ядерные боеголовки были украдены членами индийской секты. У представителей ООН есть причины полагать, что у Сергея хранится огромный арсенал химического и ядерного оружия. ООН еще ждет официального разрешения, но они действительно намерены ликвидировать этого террориста мирового уровня. А это как раз наша работа. Обычно мы не убиваем тех, кто заключал с нами контракты и делал заказы. Это идет вразрез с нашими принципами. Но мы рассмотрели возможность работы с ООН и решили сделать исключение. А так как вы уже знаете эту территорию и являетесь нашим основным исполнителем, мы выбрали вас для этой миссии. Сергей все еще находится в Петербурге, в том самом доме, где у вас была работа, связанная с четырьмя генералами. Это было вашим первым заданием. Он слишком нервничает в последнее время. Сверьтесь с картой местности и вспомните свое предыдущее задание. Когда вы прибудете на станцию метро, в камере хранения номер 137 вы найдете снаряжение. Уйти оттуда вы должны также на метро. 47-й, повторяю. Уберите нашего бывшего клиента Сергея Заворотько в его комнате на втором этаже в доме Пушкина на площади. То же место, то же задание. Желаю удачи. Снова в Санкт-Петербурге, да? Так. Опять снайперка. Но она нам, по-моему, не нужна, да? Так что просто валим. Так, а в какую область нам валить надо, надо посмотреть. Так. Направо, что ли? По-моему, нет. А нет, все верно. Так, тогда перезаписываем вот эту херню. Это просто грузовичок. Ага, вот этот хрен. Кто там какую тревогу услышал? Mm-hmm.
Так. Струна? Серьезно? Как я его валить-то буду? Так, надеюсь, я сейчас не... Аккуратненько. Аккуратненько. Тихо. Сука! Сука! В смысле один патрон ты гонишь? Да! Охренеть просто! Чё за... В смысле? Еще один брат. Я думал, что перебил вас всех. Интересно, кто же за всем этим стоит? Кто подослал ко мне еще одного убийцу? 17-й, у вас проблемы? Ответьте, 17-й. Он уже проглотил наживку? Что там, 17-й? Вы на связи? Где вы? Далеко. Зачем вам это знать? Сергей, 17-го больше нет. Это 47-й. 47-й? Но я... Это ваш последний шанс, Сергей. Не связывайтесь со мной, или я перережу вам горло. Наверное, произошло недоразумение. Мой друг Виторио тоже так думает. Виторио у тебя? Можно сказать, что он здесь с духовной миссией. Сергей, не вмешивай сюда Виторио. Понятно? Он обыгрывает собственное убийство, лживая скотина. Валим. Так. Какого хрена? Идите в баню. Бляха-муха. Валим, ну где это метро нахер? Да, блять. Вот метро. В смысле?
куча народа просто. Да вы охренели совсем? Да нихера себе, блядь. Да, блядь. А где у него дробовик? Да идите вы в баню, тревога, тревога. Уроды, блин. О, как напряжно выполнять эти миссии, а? Просто. А ладно, пофиг. Так, можно тогда. Серьезно? Каким раком они меня заметили? Бляха-муха. Просто пипец. Да ну нахер. Блять, как? А сколько их там-то? Подожди. Ага, один идет сюда, что ли, или куда? Дика. Сейчас. Так, окей. Окей. Так. Так. Да какого хрена? Вы гоните, что ли, нахер? Ну, открывай. Или они так отлетели? Mm-hmm.
А, это то, что до сюда можно было добраться. Ну да. О! Арбалет, подожди. Понятно. Так, еще тип там какой-то, да? Убил? Или как? По-моему, да. Так, теперь. Сейчас, где у нас арбалет? Вот он. А, ноут стоит. Так. Тихо. Так, непонятно, от чего ключ, ну да ладно, подожди. Давай. А, здесь нету. Блин, ну оттуда опасно идти. Бля, а чего я ключ взял тогда? Вопрос. Я же не от главной взял, читальня или как она там называется. Да ладно. Да блять, твою мать! Блять, поменяй оружие. Твою мать. Тихо. Надо всех спокойно завалить. Там! Блять! Сука! Где арбалет? Твою мать. В смысле, я его выкинул? Подожди. Блять. Дедника. Стою порос этого дедника. Блять! Да блять, ну перезаряжаешь ты, блять, нахуя так долго? Дебила куска, блять.
игре. В смысле? А ты издеваешься? Да, блядь, перезаряжай ты этот арбалет, нахуй. Да, блядь, ну что за хуйня? Запороть всю миссию, за что? Что, гоните, что ли? Что это за трэш? Блять. Просто обосраться. Блять, а там взломать надо. Да вы гоните, блять, что ли? Чё за херня? Ага, вот вижу. В смысле? Да ну нахер. В смысле, он меня видит, а... Да, блядь, в смысле не попадает? Вы чё, блядь, шутите? Да чё за тупость, блядь, провокации? Вы гоните, блядь, что ли? Все. Сын мой, ты все еще можешь спастись и найти мир в душе. И как? Дай-ка. Я убью тебя. Это все, что ты Сын мой, я знал, что ты вернешься. Пожалуйста, возьми. Это защитит тебя. Никто не причинит тебе вреда. Молись за меня, друг, и обещай, что пойдешь по праведному пути. Обещай, что посвятишь свою жизнь истине и последуешь зову сердца. Обещай мне. Обещаю. Вы были мне другом. Но теперь мне пора уходить. Может быть, в другом месте я буду нужнее. Сын мой, будь осторожен. Носи этот крест как символ всего хорошего, что есть в человеке.
Спасибо, отче. Я должен идти. Я всегда знал, что не принадлежу этому миру. Меня создавали не для этого. Но я не смогу забыть тех, кто меня предал. Так же, как и тех, кто оправдал мое доверие. Из моих заданий я сделал один вывод. Никогда никому не доверять и полагаться только на собственные инстинкты. Забыть прошлое. Здесь я не найду покоя. Я буду жить по собственным законам и выберу ту правду, которая мне нравится. Ну да, хорошие слова сказал Хитман по поводу его заданий, вот. А для титров? Серьезно, титров не показано? Очень интересно. А, ну вот, разработчики игры. Ну что, ребят, это было довольно интересное прохождение. Но почему-то много заморочек было в Hitman 2 в плане обнаружений. Вот. Но в любом случае мы справились. Вот. Так что спасибо за то, что смотрели вторую часть. Да, я прошу прощения, что вторая часть с программы забагована, чтобы смотреть вот эти все мерцания, но... По-другому бы, ребятки, я вам бы игру эту не показал. Это единственная программа, которая позволяет вам показывать игру. Вот именно со второй частью почему-то одни проблемы. Кто-то говорит, что она не запускается... На десятке, на семерке она через раз запускается. Вот, композитор тут великолепный, Джаспер Кит. Да. Вот. Так что мы вернемся уже в Хитмане контракты. Ну, сделаем перерыв от Хитманов, потому что так много Хитманов тоже не очень приятно. У нас остался контракт, Blood Money. Вот, контракт тоже будет, в принципе, интересный. Blood Money – самая лучшая часть из всей трилогии Хитмана, потому что она более инновационная. Но Absolution после Blood Money, Absolution уже перешла на, как сказать, на момент экшена, что ли, вот. Так что... Еще титры долго будут, нет? Мне просто хотелось бы, конечно, титры досмотреть, а не пропускать. Хотя мне порой кажется, что титры будут идти долго. Или недолго, я не знаю. Вот. Что я хочу сказать, что контракты — это не продолжение, вроде как, второй части. У Blood Money там свой сюжет. Контракты — это вроде как сбор этих миссий со всех частей Хитмана, вроде как. Мы там сбегаем в контрактах с психушки. Это конец первой части, когда мы убили главного своего... этого. То есть контракты, получается, это продолжение первой части. Вторая часть — это отдельная история Хитмана. И получается, что после второй, по теории, идет... как сказать? По теории идет
после второй части Bloodmania. А контракт — это сбор разных миссий со всех частей Хитмана, то есть с первой и, наверное... Да, наверное, только с первой. Вот, наверное, контракты — это сбор контрактов с первой части и сбор контрактов просто контрактов. Ну, а всем спасибо за внимание, с вами был Казуку Фэмили. Всем удачи, всем до контрактов. До третьей части Хитмана, то есть контракты. Всем спасибо за внимание, с вами был Казуку Фэмили. Не забывайте про репосты, а всем пока-пока.